Сын захваченного армянами в заложники в оккупированном Кельбежерском районе Азербайджана Дильгама Аскерова, Кюрдоглу Аскеров, выступит на саммите ОБСЕ в Варшаве. Вместе с главой Института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмедом Шахидовым они поднимут вопрос освобождения двух азербайджанских заложников. Об армянском преступлении с международной трибуны. На предстоящем саммите ОБСЕ в Варшаве будет сообщено о ситуации с азербайджанскими заложниками в армянском плену. Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, граждане России и Азербайджана, соответственно, были захвачены во время посещения могил своих предков в оккупированном армянскими вооруженными силами Кельбаджарском районе Азербайджана в июле 2014 года. Еще один азербайджанец, Гасан Гасанов, при этом был убит. Мы поднимали этот вопрос в течение последних трех лет на различных международных площадках, в том числе и ОБСЕ, и сталкивались с двойными стандартами. На этот раз с трибуны ОБСЕ выступит непосредственно пострадавший в этой ситуации сын Дильгама Аскерова, Кюрдоглу Аскеров. В присутствии более полусотни европейских депутатов, послов, правозащитников он сам подробно расскажет об армянском преступлении. Кроме этого, запланированы и другие встречи сына Дильгама Аскерова с представителями ОБСЕ. Все это, уверен правозащитник, на фоне призыва духовного лидера России об освобождении пленных в результате Нагорно-Карабахского конфликта, должно принести результат. Между тем, сведений о Дильгаме Аскерове у его семьи нет уже 7 месяцев. С учетом последних обстоятельств это вызывает крайнюю обеспокоенность, сказал в интервью CBC его сын Кюрдоглы Аскеров. За уже более чем три года нахождения в армянском плену у моего отца появились серьезные проблемы со здоровьем. Доказательством тому, что у него есть какие-то заболевания, стало одноминутное видео, которое нам передали в марте посредством Международного комитета Красного Креста. И мой отец в письмах всегда сообщал, что у него появились проблемы с сердцем, с суставами. Он очень похудел, очень плохо выглядит, ему трудно разговаривать. Азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев находятся в Шушинской тюрьме. Сепаратисты Нагорного Карабаха устроили над ними так называемый суд, по решению которого Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Гулиева к 22 годам лишения свободы. Мехрибан Касумова, Илькин Мехтиев, CBC.